«Наш лес, посади свое дерево». Акция с таким названием проходит в Московской области с 2013 года. Всего за 5 лет было высажено 7 миллионов деревьев. Экологическое мероприятие направлено на озеленение муниципалитетов региона и восстановление подмосковных лесов после проведения санитарных рубок. С каждым годом акция становится все более популярной. Выходят как трудовые коллективы, так и простые жители. В последнее время присоединяются целыми семьями. На посадку деревьев выходят и взрослые, и дети. Мы сажали, когда они родились, у меня 2 детей, мы посадили каждому по дереву. А вот вместе мы сажаем первый раз. Знаете, очень интересно. Я довольна такой акцией. Обычно на территории высадки новых зеленых насаждений царит праздничная атмосфера, которую помогают воссоздать творческие коллективы района. Так будет и в этом году. В Ленинском районе 22 сентября будет организовано 62 площадки. 2340 саженцев появятся около общеобразовательных учреждений, в парковых зонах и на внутридворовых территориях. Будут высажены молодые клены, липы, березы, рябины, яблони, туи, ели и множество кустарников. Адреса площадок можно узнать на интерактивной карте «Посади свое дерево.ру». Приглашаются все желающие. Начало в 11 утра.